Короче говоря, мы с папой отправляемся на поиски снежного человека в Роблокс. Да, друзья. Итак, пойдем, Даш. Пошли. Осталось 3, 2, 1. И мы едем. Куда это нас отправило? Получается, мы переселились во времени, и карта и так и называется Time Travel. Путешествие во времени. Вау. Так, где это мы очутились? На какой-то горе. Горе. Это Северная Америка, друзья. 17 тысяч лет назад. И нам подсказывают, что здесь очень холодно. И здесь стоит какой-то телепорт. Даша, покажи телепорт. Вот телепорт, вы видите? С помощью которого мы переместились сюда. Что это такое? Ты слышишь этот звук? Да. Это лавина? О, нет! Это лавина! Что нам делать? Ой, я скатилась куда-то! Да? Ага. Run down hill! Бегите вниз! В лес! Я ничего так, не вижу! Так, нам нужно спасаться! Так. О, метель! С вами все в порядке? Да. Я спрашиваю. Со мной вроде бы все в порядке. Смотрите, телепорт сломался! Так, нам говорит, видимо, наш гид, что телепорт сломался. Так, и что? Нам нужен огонь. Ищи, говорит, для огня что-то. То есть ветки! Один из восьми чего-то нужно собрать. Древен! Полежки, давай будем искать, чтобы развести костер. Так, где же? О, нашла! Интересно, у нас вместе засчитывается или по отдельности? Вместе. Я одну принес полежку. Сейчас. Вот так надо было сделать. Понятно. Сейчас принесу. О, вторую. Я чуть не провалилась в эту штуку. Аккуратнее. Ну такая большая, это. Так, 6 из 8. Еще два полежки. Ой, вижу. Друзья. Мы сейчас два последних заберем. Так. 7, 8. Уже 7, тут, видимо, больше. Все, отлично, друзья. 8 полешек мы принесли. Сейчас у нас, наверное, будет костер. И будет потеплее. Видимо, наступила ночь. Как же хорошо. Сидим у костра. Слава богу, что у нас есть костер, с помощью которого мы можем погреться. Иначе здесь было бы очень-очень холодно. Так, и что? Нам гид, наверное, что-то скажет. Так. У нас слева внизу показывается предыдущее задание. Я что-то слышишь? Да. Какой-то странный звук. Может, это снежный человек? Может быть. Которого еще называют Йети. Даже раздался какой-то крик, друзья. Это Йети нам, наш гид нам подсказывает. Но мы пока его... О, ты видишь это? Посмотри на него. Да, я вижу. Мне надо было бежать. Вон оно что. Бежим. А сколько у нас жизни? Не знаю. В него можно стрелять. А у меня нет лука. Давай следуем за гидом. Где гид? Убегаем, где он? Так, папа. Ладно, давай будем держаться вместе. Давай. Да, ты видела хоть кого-нибудь вообще? Опа. Нет. Нам надо было держаться команды. А вдруг это его пещера? Уже смотри, не важно. Смотри, папа. Тут какой-то проход есть. Ой, я упала. Так, и что дальше? Пап, подожди меня, пожалуйста. Только аккуратно, надо не упасть. Мне какую-то стрелку показывает. Пап, идем по стрелке. Думаешь? А, вот, это просто гид. А-а. Нам просто нужно за ним всегда. Так, аккуратно. Так, идем. Я упал. Папа, ты упал. Блин. Я тебя буду ждать. Все, я бегу. Блин, одна жизнь всего. Подожди меня, да, сейчас. Я жду. Бегу. Мне блин, очень страшно. Прыгнуть так, чтобы не упасть. Наверняка. Меня гроза попала. И у меня жизнь отнялась. Да? Да, немного. Фу, у меня получилось. Идем. Говорит, заходите внутрь. Так, смотрим, что говорит гид. И за командой смотрим. Давай рядом находимся.
Типа, Йети, говорит, хочет убить нас. Смотрите, типа... Так. Что это такое? Ну, говорит, типа... Хорошо, что у нас есть огонь. Мы в пещере, вроде в безопасности. Да. Опять это он? Да, нас предупреждают, что мы не в безопасности, и снова Йети. Что это такое? Что за неудача? Он идет сюда. А мы должны убегать от него. Здесь, говорит, опасно. И нам нужно покидать пещеру, чтобы выжить. Так. Что дальше? Нас куда-то телепорт... А, нет. Фу, мы переночевали, мы продержались целую ночь. О, можно, кстати, взять вот тут луки. Точно. Вот почему у всех есть, а у нас не было. Угу. А у меня появился еще раньше. Ладно, теперь что? Он говорит, пещерные люди, нам нужно... А, нам нужно, говорит, починить телепорт, чтобы вернуться обратно. Так. А что мне для этого нужно? Для телепорта? Наверное, сейчас мы и узнаем. Так, говорит, возьмите. А, ну мы взяли уже. Взяли. И я нужно, взял. Говорит, 4 кролика убить. 4? Да. Хорошо. В общем, наш гид отправил на охоту, чтобы поймать 4 кролика. Так, сейчас у меня стрелки уберутся. Сейчас возьмите паук, чтобы у меня стрелки убрались. Не просто мешают. Так, все, пойдем. Все. Так, нам надо 4 зайца. Так, Даша, иди сюда. Там вот все люди. Угу. Мне куда-то опять сорока ведет. Ну, те, кто выжил, в смысле. Так. Ой, я вон вижу кролика. Это твой будет кролик. Кролики! О, нас куда-то телепортировал. Видимо, мы все собрали. Ага. Так. Ну, видите, все хорошо, немножко... говорит. Мы остаемся, видимо, в пещере. Но нам нужен ключ. А где найди же... ключ. Может быть, пойдем? Но, говорит, будь аккуратен, что тебе такого. Так, Даша, ты где? Иди за командой, они обычно в правильном направлении идут. Ну, хорошо. А то вдруг я попаду в какую-нибудь опасность. И что-то случится не так со мной. Поэтому я лучше возьму его. А, понятно. Он имел в виду то, что нужно по этим льдинам прыгать и нужно быть аккуратным. Ты идешь? Да, я сзади. Буду помогать вам ключики искать. Так, и что? Тут ничего нет? Подожди, Даша. И что дальше? Может быть, кто-то уже забрал ключик раньше нас? Кстати, может быть. Даже не знаю. Ну, надо искать. Пойдем обратно. Почему-то все падают. Потому что под водой. Да? Да. Не, подожди. Посмотри, кто что делает. Там девочка под воду залезла. Уже взяли. Я видела. Ага. Просто девочка попала под воду, и я увидела, что-то там сияет. Что ж, мне в глаза засветило немного. Ладно, идем, куда на стрелки ведут. Так, все идут. По этой тропе пойдем за ними. Меня к гиду ведут. Так, и куда же приведет наш гид нас? Идем. Идем за нашим гидом. У тебя даже стрелочки есть. Да. Так. О! Сюда надо? Наверное, сюда. Что-то гид ничего нам не говорит. Он нам и говорил. Кстати, надо следить за командой. Они, скорее всего, уже знают, куда нам идти. А, инсайд, да. О! Вы видите это? Так, только почему? Теперь нас ждет паркурчик. Ой. Обе. А я чуть не пал. Это первая, по-моему, твоя. Да. Неудачная попытка. Так, подожди. Ага. Прямо и направо. Ой, я опять. О! Я выжила в воде. Хотя она... Ну, она немного отнимает. Надо просто прыгать в воде и все. Я чуть не упала. И так пришлось все заново проходить. Так. Ничего себе.
О! Это паркурчик. Серьезненько. Получается сюда. Ну, наверное. Так, все, мы пропрыгали и... Так, ключик. О, слава богу, дверка открылась, и мы видим нашего гида. Здравствуйте, привет, гид. Кит. Что делать дальше? Где ребята, выжили кто-то еще? Наверное, нет. О, я что-то взяла. И все телепортировались ко мне. Да? Да. Здесь получается командная игра. Если один достигает цели, то все телепортируются. Угу. И вот почему нас тогда перекинуло тоже гиду. А я думала, что это за штука, я еще можно нажать. Я нажала, все телепортируются ко мне. Почему-то... А, вот, гид, пошли. Да ты что там, в сторону? Так. И куда нам идти? Лучше идти за гидом. А, говорит, что-то там для ночи. Шелтер. Сейчас нам надо что-то найти для ночи. Да. Нужно подготовиться, потому что очередная ночь будет темной и очень холодной. А может быть даже и страшной. Мы не знаем, что произойдет этой ночью. Может быть. А наш снежный человек снова придет к нам на, на костерчик. Так, гид, ты куда идешь дальше? А, ну все, мы, значит, идем к себе домой. Наверное, поспать. Я буду спать, я хочу. А как лечь? То есть мы вернулись в то же самое место, откуда начинали. В той самой пещере, куда убежали. Так, и... Так, мы, говорит, друзья, нашли место, в котором можно поспать. Наконец-то! Всю ночь, весь день даже немножко не поспали, поэтому надо все-таки поспать хорошенько, чтобы завтра начать. Что это? Снежный человек! Вы нам видите? Нам говорит гид, что Йети снова вернулся. Ой, я его... О, ко мне кто-то тянет! Нет! Даша, Даша! Я никак не могу! Пожалуйста, не надо! Куда он исчез? Мы каким-то образом чудесно выжили. А меня почему? Наверное, лучше тут по центру не сидеть. Нужно как-то с краешку что-то. Я его просто стрельнула, а потом меня потянуло к нему. Даша, отойди с костра. Вдруг жизнь отнимается. Нет, не отнимается. Так. Мы снова продержались ночь, друзья. Это, говорит, было сумасшествие. Чего сегодня ночью было, это было сумасшествие. Безумный Йети. Это точно. Я знаю, говорит. Что-то просил у Йети, говорит. Так, идем за ним. Нам первым делом нужно, говорит, починить телепорт. Ну да, все просто. Если мы починим телепорт, то мы просто покинем это место, и проблема с Йети будет решена. Главное идти за гидом, и все. Или идти за командой. Следить за ней. Интересно, у нас экскурсия во времени. О, нам надо что-то аккуратненько пропрыгать. Так, я пропрыгала уже, пап, ты прыгай. О, девочка просто прошла, смотри, пап, как. Не надо, не показывай. А, там, да? Да. А, ничего себе, сделал. Надо потом тоже будет посмотреть. Друзья, если будете играть в эту карту, вот, приходите, это препятствие таким образом, как показала Даша. Так. Смотрите, наши палатки. А, вон нужно взять вот эту штучку, по-моему. Нет. Нет. О! Здорово, наш телепорт починил. Вы видите это? Так, подожди. Что это? Что? Что происходит? Что? Так. Нет! Мы уже почти спаслись и снова оказались в западне, друзья. Фу, но с нами пока что все в порядке. И гид с нами. А он нам скажет, что нужно делать. Поэтому гид будет... Папа, скорее! Папа! А! Папа! Папа! Так. Папа, Даша, не обращай на меня внимания. Все? А у меня 44 секунды найти выход или вход. Так. Почему именно 44? Ну, у меня время идет, а пещера закрыта. Сейчас мне, наверное, тоже каюк.
Все. Тебя отправляют в лобби. Жалко. Ну, друзья, в этот раз... В этот раз у нас не получилось убежать от Йети, но карта нам очень понравилась. Угу. Очень понравилась. А если вам тоже понравилась эта карта, ставьте лайк этому видео. Все, и я тоже не выбрался, и перехожу в лобби. Ну что ж, ребята, ну а пока переходите смотреть наше следующее видео. Увидимся там! Пока!